Все мы знаем про черную и белую зависть. А еще слышали выражение «завидуй молча, и счастье любит тишину». Мы очень боимся вызвать чужую зависть. Нам по-прежнему страшно обладать чем-то большим, чем у соседа. При этом мы очень боимся, что обнаружат нашу собственную зависть. Чувство это такое сложное, социально неодобряемое. Что же с ним делать? Ну, например, Саша опять такой классный текст выложил. Просто бесит. В момент, когда мы завидуем, наше тело реагирует очень бурно. Это и жжение в груди, и жар в голове, и налитые руки. Наше тело как будто кричит: «Я тоже этого хочу». И вот в этот самый момент очень важно обратить внимание на этот прилив энергии. Что с ним делать? Привычно подавить нашу зависть, потому что завидовать плохо. Или попробовать по-другому. Но как? Например, направить эту энергию на развитие своего писательского таланта. Скорее всего, писать как Саша вы не сможете. Вы найдете свой уникальный авторский стиль, возможно, заведете новых друзей и обзаведете новыми навыками. И все это безмерно обогатит вашу жизнь. Именно в тот момент, когда мы берем на себя ответственность за собственные потребности, за их реализацию, мы становимся хозяевами своей уникальной жизни, а зависть превращается из неприятного чувства в нашего спутника и друга на пути нашего развития.